Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя легенды. И как ты видишь, у нас закончился турнир. Ну что, забираем наши награды. А это именно 9660 сюрикенов, 50 ДНК на кроликов, 90 золотых осколков и 75 платиновых осколков. Ну что, друзья мои, поздравляю. А мы успешно все прошли. Так, Ярость Серафа, борцы с преступностью. Задание дня сейчас попробуем пройти. Так, я хотел глянуть, что... начинается, да? Турнирная арена отсутствует, испытания тоже отсутствуют. Как и в прошлый раз, начиналось так же. Да, да, ребята, поднятие в платиновый ранг. Ну что, кого будем поднимать в платиновый ранг? Скажи-ка мне на милость. У нас голосование хоть и было, но... мало, ребята, было голосов. Нет, конечно, не разделились по-своему. Кто-то за... кого там? За майки. Только я так и не помню, за какого именно. Майки у нас в данный момент есть только лишь космос. Но вряд ли там про космос было. Мало таких комментариев. Скорее всего, Микеланджело Видение. Говорили, он неплохой. Типа в платиновый ранг его переведи. Про классику молчали. Про Рафаэля видел я. Именно Рафаэль Видение. Тут смотри. Ну что, друзья мои, давайте тогда, наверное, мы будем переводить Микеланджело Видение. Да? Поехали. Ну что, у нас хватит хоть всего? Хватит. Хватает, ребят. Вот он. Перешел он в платиновый ранг. Я нас с этим поздравляю. Поднимем, наверное, ему еще уровень. 56-й. Отлично. Так, где наш Крэнк? Скажи-ка мне на милость. Крэнк, 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 Крэнк. Ты где? Вот он. Вот он, друзья мои, стоит, ждет нас. Ждет, пока мы ему поднимем левел. Замечательно. Ну что, здесь заберем награду. Пройти серию испытаний. Пока у нас ничего, ребята, не откатилось. Я именно и про ежедневные задания. Мы с тобой, наверное, сейчас быстренько пробежимся по этим заданиям, да? Получим награды, а потом я попробую перезагрузиться и посмотреть. Если опять же ничего не появится, то нам придется ждать, когда появится. Потому что в данный момент мы не можем с тобой сделать лигу. Тыч, даванули. На тебе, Ванюша. Но Ванюша не понимает, на тебе еще постхамбо. Дает в пачу самому Армагону. Такс. Ну, здесь ничего страшного нету. Давай, наверное, начну я все-таки с Шреддера. Окей. Топотун. Окей. Так, и теперь смертельная волна. Четенько, да? Эти у нас не жильцы. Надо брать тогда Рокстеди. Ну-ка. Ну все, в принципе, они все тут не жильцы. В любом случае. Так, ну что, серию испытаний мы прошли. Сейчас будем искать предметы. А предметы нам очень-очень долго искать и сложно. Так, переходим, значит, на нашего Крэнга. Так, Крэнг, ты где у меня там затесался, затулился? Мы ему уровень подняли, нет? Нет, значит, он все-таки должен быть где-то здесь. Так, ну, какой там 66-й уровень же, да, по-моему, у него? Чё-то я... Вот он, 67-й. Так, смотрим. Ё-моё. Да-да-да, это те самые геймпады, которые мы ищем и никак не можем найти. Нам нужно еще 5 штук найти. Нам выпадают только джойстики. Одни джойстики вокруг. Не хотят давать. Ты прикинь, они не хотят мне давать геймпады. А, засранцы. Ну, серьезно что ли? Вот, один только выпал. 1000 попыток была сделана, они мне только один подсунули. Один вшивенький геймпад. Второй. Мы уже, по-моему, задание выполнили все. Они мне только второй подсунули. Зашибись, мы будем долго тут и до посинения прокачивать таким макаром нашего Крэнга. Так, ну что, глянем. У нас сколько мутагена? Так, откатов 190, телепортов 196, 18 сыра. 5 откатов, всего лишь 5 откатов. 205 жетонов. Да, не густо.
Не, друзья, ну так дело не пойдет на самом деле. Надо перезайти. В общем, короче, давай мы так сделаем. Мы продолжим серию тогда, когда у нас откроется турнирная арена и, естественно, испытания. Ну что, друзья мои, турнирная арена открылась. Как ты видишь, тут у нас April O'Neil будет разыгрываться на этой неделе. А по испытаниям давай глянем. Ярость Рафа нам не нужна, потому что вся... А вот это-то нам как раз и нужно. Да-да, борцы с преступностью. Что же я тебе могу сказать? Неделька будет проиграна не зря. Ну, проиграна не в плане того, что проиграю я, а именно то, что я поиграю. Вот, поехали. Начнем. Хотя, подожди, какой начнем? У нас сейчас немножко другая проблемка-то. Нам нужно на арену идти, у нас же буст. А я уже пошел на события. Ничего себе я даю. Ну что, давай посмотрим. Ищу 11-11. Ну что-то не дают. Угу. От меня не уйдешь. От меня не скроешься. Раз, два, три. Ну, сам понимаешь, здесь будет все изично. По перваку всегда так будет происходить. Так. Кстати, ребята, напишите, как голос при записи. Сейчас поставил себе, ну, не могу сказать, что новый микрофон. Ну, я имею в виду, у меня их много, 3 или 4 штуки. Ну, решил я почему-то HyperX поставить. Микрофончик. Какой HyperX? HyperX это у меня наушники. Ой, наушники, ну да, наушники. А микрофон как у нас там? Ну, Hyper, короче. Вот, и скажите, как звучание идет. Нормально, если нормально, то, наверное, я его и оставлю. Потому что до этого у меня стоял Samson G-Track Pro. А вот сейчас попробую через Hyper. Потому что Samson, он сам по себе тяжелый. И он, друзья мои, не устанавливается на стойку. А Hyper на стойке у меня стоит. Поэтому мне как бы немножко удобнее через него общаться. Так, минус майки. Так, минус Бакстер. Ну и, наверное, минус Карайка. Да, друзья мои, все, что хотели, то мы и получили, и будем получать. Так, ну что, двигаемся дальше. С 67-й позиции мы переходим вообще на Воин 3 звезды. И опять же 76-я позиция. То есть, получается, мы 100 ступенек пролетаем. Окей. Так, 12-13 на автоматическом режиме нам дают. И раз, два, три, четыре. Уже 4 бойца. Отлично, 22-й уровень противников. Для нас это семечки. Но то, что меня радует, конечно, что будут у нас и бойцы, да, кожеголовые, именно Роквелл и Пит разыгрываются на этой неделе. Как разыгрываются? Я имею в виду, мы можем их фармить. Это, конечно, вообще великолепно. Это те самые, которые мне нужны персонажи, коих мы потихоньку, ребята, уже, да, так сказать, приобретаем во всей своей красе. И скоро, наверное, у нас останется лишь только прокачка их. Ну и, соответственно, потом по скиллам еще пробежаться надо будет. И все, и будет фул. Раз, два, три, четыре. Многие говорят: Рэй, а когда ты прокачаешь всех на фул, что ты будешь делать? Ну, ребят, мы же хотели вроде бы как составы и тому подобное тестить. Что-нибудь да займем. Чем-нибудь займемся, да? Так, бросаем баллончик. Ух ты, жук какой. Не упал из них никто. Так, минус Раф и минус... Ну и что ты делаешь, Рафаэль? Он решил хильнуться. Ладно, я в принципе не возражаю. Только смысл от этого. Если ты уже на грани, там, говорится, отдупления, применять какую-то там пиццу. Это, как говорится, последний крик души был. Ну что, мы в элиту 2 звезды заходим. Так, 12-14 уже было. Может быть, все-таки мы сможем найти 13-15. Ну, теплится надежда такая, что можно найти. Не совсем я уверен. Вижу пока 12-14 и 12-13 нам выдают. Так, стоп, плавно переходим. Я все-таки урвал такую возможность получить высшие кубки. И надо этим, естественно, воспользоваться, ребят. 52-е ранги у нас пока выступает против 33-х уровневых врагов. Ну что здесь? Бакстер, Дони, Муха. В общем,
Все это идет в расход моментально. А давай, наверное, сделаем так. Хоп-хоп, минус Дони. Плюс бросаем гранату. Так, еще один упал. Ну-ка. Полетел, на. Добьешь? Куда же ты денешься, да, скажи? Куда ты денешься, парень с подводной лодочки? Скажи ко мне на милость. На. Пяткой в нос. Ну, как видишь, все у нас, ребята, хорошо. А еще было бы нехорошо тут. По приори мы должны выигрывать. Слушай, уже элита 3 звезды, 100 ступенек мы пролетели. Так, 13-15 нам уже дают в установленном порядке. А я, знаешь, что... Вот, вот, ребята, было сейчас только что... Во, еще одна. 13-16, то есть я тебе скажу, что буст идет во всей своей красе. То есть у нас пока каждый уровень дается по кубку. То есть продвижение идет крутое. Так, ну что, здесь 37 уровни. Ну, Карайка, понятно, своей инициативой. Она даже попасть не смогла. Тин-тин-тин. Чемпи куда-то полетел. Лови его быстрее, Рафаэль. Так, теперь с щитом и мечом будут сожжены. Давай, ультразвук. Так. И ураганчик огненный, вихрь. Тюдж. Все. Ну что, прекрасно, шикарно. Двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, может быть, даже вряд ли перейдем, конечно, мы в самураи. Но приблизимся очень сильно. Вторая позиция. Так, 13-15 я не согласен. Я хочу получить 13-16. Хотя можно было бы попробовать, ребята. Сколько там будет, наверное, 13-17 или 14-17. Но это уже будет, наверное, борзость с нашей стороны. Через вот этот поединок можно будет еще заюзать. Попробовать. Так, ну что, давай вызывать этих дурачков из другого измерения. Плюс космический корабль. Дони выжил, да? Это ненадолго. Все, теперь он отдыхает. Ну и продолжаем наше движение. Движение только вперед, ни шагу назад. И самураи. 33-я позиция. То есть я тебе скажу сразу же, что через поединок мы уже перейдем на... О, 14-17. Перейдем сразу же на самурая 2 звезды. Раз, два, три, четыре. Ну и сокращается у нас, конечно, преимущество, потому что мы начинали с 27-х уровней, да, с 22-х. А сейчас уже у противника 41-47. То есть еще чуть-чуть будет 40, наверное, уже 50-й все-таки. Еще поединка 2 и все. Мы сравняемся. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Если что, понизим защиту. Точнее, атаку. Окей. Расфигачили мы их здесь на изи и побежали дальше. Смотрим. Угу, самурай 2 звезды. Позиция 69-я. 14-17. А можно попробовать выудить... Опа, смотри-ка, 14-18, причем дали в легкую. Даже особо ролить не пришлось. 44-й уровень у бойцов, у противников, я имею в виду, у нас 55-й. Буквально 10-11 уровней разница. Не сказать, чтобы и большая, но и не маленькая. Так, ага. Ну, это хорошо, что он лучше пиццу, ребят, пускай применит, чем... Чем он будет делать уклонение? С уклонением все намного хуже пойдет. Хлоп. Окей, давай, Леонардо. Ну, хотя бы одного шлепнули. Так, этот у нас хиляет. По-моему, да, он хиляет же? Нет, он делает иммунку. Так, бросим туда холодильник. Да, холодильник их всех покарал. Смерть от холодильника. Ничего смешнее не придумаешь. Но, тем не менее, друзья, смотрим. Самурай 3 звезды сейчас будет. Так, 14-18. Я попробую сейчас немножко порулить здесь. Так, 14-17, 14-18. Так, они меня что-то вообще сбросили до 14-17. Наверное, рановато, ребят. Эй, верни 14-18 мне. Фига, там уже было 14-16 даже. Ты видел, как они опрокидывают тебя? Офигеть. Ну, вы же чар даете, ладно.
Так, 45-46 уровень у противника. Там вот это вот меня, майки меня раздражает. Классика, которая сейчас будет выпендриваться. Тут их аж две штуки. Давай, Лапекс, погнали. Урон, конечно, будет не очень большой, но зато массовый. Окей. Такс, теперь сделаем. Бросим, швырнем, так сказать, хавчик Криса Брэдфорда. Убийственный хавчик называем, да? Вот этого Майки надо убрать отсюда, чтобы тут не выпендривался, не прокачивал команду. Так, этот снимает дебафы, которых я, в принципе, на него и не вешал. Нате, ловите, орешек. Белочки вперед, брундучки. Все, друзья мои, победа. Я так понимаю, если прокачать им вот этот вот удар, да, который за орешками-то белочки бегут, или бурундучки, это будет, конечно, круто. Ну, и мы приходим в самурай 3 звезды. Так, 14-18. Окей. Подожди, а может быть, дадут все-таки по... О, 15-19. Замечательно. Просто замечательно. Ну, вот здесь вот, вот здесь надо брать... Давай Крэнга возьмем. Потому что, ну, как бы на равных мало шансов, ребята, что кто-то уцелеет. Скорее всего, разбомбят. Ну, давай, Крэнк. Не зря мы тебя прокачиваем, твой суперудар этот. На 50% атака повышаться должна. Ну, что-то я не вижу, чтобы она повысилась. Но одного он смел сразу же. Тыдыч. И остается один Донни. Все, ребят. Ну, Крэнк тут хорошо, конечно, поступил. Да? Бомбанул с технодрома и все, ребят. Причем очень классно отнял хпшки. А вот и Сёгуны уже. 92-я позиция. 15-19 дают в автоматическом режиме. 15-20, наверное, все-таки не дадут. Это для них будет сверх... Там я не знаю что. Скажут, ты что, парень, совсем припух, что ли? 15-20 тебе здесь давать. Ладно, я пока соглашусь на их условия. 58-й уровень наших бойцов против 48-го вражеских, да, получается? Поехали. Ой-ой-ой, надо было мне с мухи начинать, что-то я не то сделал. Надо было муху вначале ликвидировать, а уже потом. Вот этот вот дебаф меня, конечно, очень раздражает. Очень раздражает. Которую она на себя вешает, именно за медляху вот эту вот. Ни к силу, ни к городу она. Давай, РФЛ. Тюх, собрал все комментарии и бросил во врага. Что-то даже уклонение не помогает, которое у нас на мухе стоит. Они, смотри, как прессуют муху. Давай-ка этого рубанем. Дальше, наверное, все-таки я хильнусь. Вот так вот. Давай, бомби ему. Разбегается. Со странички на страничку прилетает. На! Фигня какая-то получилась. А если так? Готов. Поехали. Вызываем духа. Они. Ну, он тоже нам не особо сильно дамажит, если честно. Давай вот так вот. Хопа. И плевок. Сразу понизили защиту. И Рафаэль добьет. Отлично. Что я могу сказать? Все идет как надо. Все идет по плану. Ну, с 92-й позиции на какую? 50-ю? Оу, 42-я. А вот и 15-20. Раз, два, три, четыре. У нас уже, кстати, 70-ники пошли. Блин, скоро закончатся бойцы. Не, нам нужно сегодня... Ну, как-то постараться в Лигу Сёгунов запрыгнуть. Давно мы не были. Буквально... 2 недели назад. Дичь. Готовы, хлопчики. Ну, а как ты хотел? 70-ники вышли уже на поле боя. Естественно, не будут их рвать и метать. Там шансов на выживание ноль. Сёгун, 2 звезды. Вот здесь уже придется 2 поединка отыграть, как минимум. Давай-ка я попробую выудить у них 16-21. Получится такой фокус? Я понимаю, что это слишком борзо с моей стороны требовать 16-21. Но уж очень сильно руки чешутся, ребят, получить. Наверное, нет. 15-20 все-таки стоит у них твердым клеймом. Его не переплюнуть, не перебить, не перешибить никакими, как говорится,
роллами. Ну, заканчиваем рулить тогда. Соглашаемся с их условиями. Поехали. 56 уровень противников. Ну, тут даже не обсуждается. Берешь любого и, конечно же, ничем не сомневаешься. Победа будет тут за нами, понятное дело. Все-таки очень большая разница по уровню. Так. Теперь наш Шархан. И дальше добивает уже крысиный король. Да, без сомнений тут победа. Ну что, переходим тогда дальше. Сейчас мы, наверное, перейдем уже все-таки. А, какой перейдем? Мы сейчас 40-я? 48-я. Блин, неужели придется 16-21 все-таки? Неужели придется нам здесь проходить два поединка? Если два поединка, то, друзья мои, как-то будет напряжно. То есть мы не успеем перейти в Лигу Мастеров. Вот я к чему говорю. Хотя, опять же повторюсь, ни одного фейла не было. Идем ровно. Практически с каждым разом повышаем себе кубки. Значит, возможно, что-то поменялось в игре, если мы не можем с тобой так быстро проходить, доходить до Лиги Сёгунов. До Лиги Мастеров, точнее. Так, слушай-ка, не трогай ко мне моего сплинтера. А? Контратакой пробил. Так, ну что, посмотрим сейчас, куда мы сможем перебраться. Ну, я тебе о чем говорил. Я о чем говорил, что не сможем мы перейти в Лигу Сёгунов. Три звезды. Ай-яй-яй-яй-яй. А боев у нас, ну, две штуки всего лишь остается, по-моему, да? Две? Да, две. Два поединка. Трындец. Как так-то? Ну, как так может быть? Не знаю. Ладно, давай, Усаги, бомби. Бомбочкой добиваем их. Ух ты, Дони, ты посмотри какой, а? Жук навозный. Выстоял еще. Шредеру, естественно, пришлось подключиться, чтобы их ушатать здесь. Окей. Так, смотрим. 50-я, надеюсь, будет позиция? 50-я. Нет, 60-ю дает. 16-21. Ну, может, дадите 16-22-то уже? Вот, было, друзья мои, не успел. Точнее, я как бы увидел. То есть 16-22 возможно получить. Только вот теперь будешь попытку, фиг знает. Да твою налево, блин, ну вот. Второй раз продинамил. Ну вот, все, теперь, наверное, пошло 15-20, я смотрю. Пошла закись, а. Не, ну мне нету резона сейчас соглашаться на 16-21, если я уже видел, что есть 16-22. Ну согласись, ну это тупо и глупо. Еее, нашел. Так, беру Армагона. Лео, так, так. Слушай, нам придется, наверное, еще один поединок отыграть с помощью откатов. Вот тогда, да, тогда, скорее всего, мы сможем перейти. Здесь я подключаю уклонение. Ну что, Армагон, не жалей своих сил, бомби противника. С одной плюхи просто вырубил всех. И придется три отката тратить, чтобы у нас была фулл команда. И вот, возможно, за счет этого мы уже перейдем с тобой на следующую лигу. Да, так и получается. 16-22 уже дают в автоматическом режиме. Так, у нас откатов не так уж много. Но фиг с ним. Три отката потратили, два осталось. Ну, зато отыграем полностью весь наш состав. Тут просто был короткий разговор. Один валун по ним, и они все валяются. Ну что, друзья мои, я могу нас поздравить с Лигой Мастеров. Давно этого не происходило. И мы двигаемся дальше. А дальше нам двигаться в испытание. Сыра не так уж много, как ты видишь, всего лишь 20. Но
хватит там пройти какую-то львиную долю, да, этих событий. Здесь я, естественно, поставлю на автобой, и пускай они разбираются. Им здесь никто ничего не помешает. 10 уровня не порвут, там потом 20, 30, по-моему, по десятке будет прибавляться. И все будет у нас хорошо. Ну, как ты понимаешь, на этой неделе у нас April Anil разыгрывается. Она у меня прокачана полностью. Ну, а для тех, у кого ее нету, могу сказать следующее. Вроде бы как хил из нее неплохой. В принципе, она также неплохо и дерется, да? Есть у нее удар ногой. Вот, есть у нее телекинез, скажем так. Что у нее там еще есть? Ну, в основном, это как все-таки хиллер идет. В плане боевика от нее ждать чего-то там супер-пупер такого сверхвыдающегося не стоит. Но как медик она вполне достойна. Так что, ребята, если вам нужны в команде хорошие медики, плюс которые могут за себя постоять, то April Anil, в принципе, для этой роли очень даже подходит. Ну, я, конечно, не беру в расчет Леонардо, который тоже может, извини меня, хилять, и очень хороший, в принципе, боец, да? Кто у нас еще там из хил? Ну, если брать даже... Ну, видишь, в чем дело? У Анил, в отличие от Кирби, нету массового удара. У Кирби есть вот этот вот звук, ультракрик, или как его хочешь назвать. Это массовая атака. У Эйприл, к сожалению, нету ни одной массовой атаки. Так что, ну, зато я тебе повторю, хиллер, она довольно неплохая. Так что, в любом случае, если ты там наберешь пару ДНК для нее, то они тебе не помешают, уж точно. Если выбирать из April Anil и April Kunaichi, я бы, конечно, предпочел бы, наверное, все-таки Kunaichi. У нее и массовая атака, и она сама по себе, как бы, ну, такая, довольно бодрая, да, бойцуха, назовем ее так. Ну, а там же думайте сами. Стоит ее вам качать и брать в отряд или не стоит? На первых порах, я думаю, что без медика очень тяжело обходиться. Первые мои серии, посмотри, у меня в коллективе всегда был медик, у меня всегда был провокатор, у меня всегда был сильный боец. Это как бы основа. Без них, ну никуда, ребят. Потом, конечно же, появилось у меня два медика, потом появился у меня очень сильный провокатор, потом даже не один провокатор. И, соответственно, когда мы уже прокачивали бойцов с массовыми атаками, все пошло, ну, прям как сказка, ребят. Потому что массовыми атаками мы могли за, там, я не знаю, короткое количество боев пройти большее количество там событий, испытаний или чего-либо еще. Ну что, переходим на последнюю волну. Это у нас робот на санном диване. Извините за такую вот вульгарность, но это правда. Этот диван, по-моему, Микеланджело, да? Кто-то мне говорит. Я не знаю, Микеланджело может быть не сдержание или еще что-нибудь. Но такой вот есть слушок. Ну что, ребята, прошли мы вот это вот событие. К сожалению, сыр у нас закончился и осталось всего две штуки. Но это не беда, потому что в следующий раз мы просто с тобой допройдем события это, и, соответственно, будем с тобой здесь фармить. А на ярость Рафа, ну, сам понимаешь, идти не стоит. А вот черепашью бурю тоже будем проходить, потому что здесь очень крутые награды. Так что я считаю, что сегодня черепашки ниндзя буст удался. А на этом, друзья мои, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.